настраивается, как на подход. На подход полегче. А я ее сейчас забрызгаю. Да я. Так отойди. Отойди. Давай, а чё ты, блядь, отходишь? Подойди поближе. Ты что сказал? Ну зачем? Ну, ты... А мне ближе подойди. Я говорю, я Сергей Викторович, отойди, чтобы не брызнуло. А тебе поближе. Давай, давай. Так давай в это, в кулёчки. А как? А дай тот кулёчек, который у тебя был. А вот, давай. Всё, ну, можешь кулёчек есть. Что-то, мне кажется, не поможет. Давай побольше. Мне побольше. Так, надо поставить цикл тренировка. Силовая. Кардио, ты сейчас так разбудишь, как на кардио. А? Нет, это силовая, сейчас мы открываем. Не, ну все попросили, что понял. Да, мы хотим мемы тут побивали. Нет, Гагарин, Нагорка. Ой, блядь. Это, ну, гитарист. Да, ну, ответственный момент. Ты пакетом закрыл. Так, и... Шипит, и... Ну что, открыли? Да. Я слышу, вот так горяет. Ветер сейчас будет работать. Ветер куда сейчас варит. Да ничего ты не проектовал, даже не напугалось. Норвежская, сука. Не украинская. Так их специально такими делают, чтобы они не взрывались. Другая взорвется. Ты в курсе? Он же уже изучал, вчера всю ночь сидел эти видосы. Ну, сейчас мы открываем так, не как то видео. Ну, выливать не хочется. Ты на улице стоишь. Не, ну запах такой, я бы не сказал, ну. Классный запах, мне нравится. Обыкновенный магазин красного камня, блядь. Ничего здесь такого. Вот как в сельпо. Ну как в сельпо заходишь, блядь, обыкновенно. Ну сейчас понюхать. Да, сразу там делают. Ну понюхайте, реально. А, нет, это сырный отдел. Короче, это нас не удивит. Не на ну это подвали у нас. Для украинцев это. Вообще ну, нет. Кстати, да. Ну, такого, что там, блядь... У меня соседи каждый день делают. Они просто дегустируют постоянно. Ну, такого, чтобы запах, я бы не сказал. Ну, в подъезде такой запах. Ну, у тебя тоже. Мои соседи. Пусть Андрей зафиксирует, это стрёмит настоящий. То есть, ничего тут неподдельного нет. Неподдельно, а как ты такая, что неподдельно? То есть, нормальная селедка. Которую сейчас мы... О, как по ветру стоишь, классно. Ну, может быть... Это тебе привезли, Саня? Да Леондос какой-то. Не, убери. Да не, нормальный запах. Сейчас все сожрут, скажут, а еще добавку. Закажем, Артем привезет. Так, ну... Как называется? Разговоров-то было. Помещение нельзя, ты шо, провоняет месяцами. Не, ну по видео, что мы смотрим, ну так и есть. Короче, наш народ ничем не удивит. Так, ну. И запах полетел. Ну, запах пошел, да? Ну, запах есть. Да. Ну, блядь, я не знаю. Хотелось попробовать. Не, ну запах я не скажу, что аппетитный. Ну, терпимо. Ну, ну да. Ну терпимо, да, такое что. Так. Это мы еще есть, кстати. Фу, блин. Воняет. Ну по ваню, да. Ну такое, что выворачивают там наизнанку, как я бы не сказал. Пока все, блядь, вроде не рыгаю. Давай попробуем на вкус. Так, хорошо. Первый этап прошли. Я пальцы вытру, блядь. Никто не... Сюда ее положу. Так, хорошо. Кто
кто первый. Да подожди ты, сейчас так ешь не едят. Ее надо как-то чистить, по-моему. Чистить надо его. Да. Если попадется с икрой, это нам крупно повезет, между прочим. Видишь? Все здесь. А чуть не снимают. Так, подожди. Это видишь? И она вся с икрой. Ничего себе. Что ты сам говоришь, не будешь пробовать? Это махинация. Да, отлично. Леха, что-то мусорское. Так, а дайте мне еще один нож. Ты, наверное, знаешь, что, Арса? Саня, ты, наверное, сейчас начнешь его потихонечку разделывать, а я начну бутербродики намазывать. Уже одевайся. Замерзнешь? Да, я чувствую, что прохладно. На заднем сиденье, да. Я думал, будет. Так настраивались. Леха, надо было помещение это делать. Все. Есть чуть-чуть. Чтобы оно не выветривалось так. Когда... Ну да, тогда все это вот. Просто я выше по видосу. Чтобы потеплее было, чтобы оно как раз прогрелось. Ну, не, давай разделу, а я намазываю бутерброды. Пузико. Не, вот это нажал, наверное, уже продолжает. Сколько ты занял? Так она придет, не поеду. Ручками намазывать? На пальцах можно новый был. Новый, да, 20. Скользит. Где шапка? Его не учат. Нормальный аппетитный запах, что вы говорите, вонючая? Вонючая, скользкая, вонючая. Просто она протухшая. Протухшая. О. Ну, выглядит она как селёдка. Это же селёдка. Это салак. Салак? Да. Ребят, есть с хлебом, есть с лавашом. Кому как. Я все-таки хлеб всем буду давать. Даже я хлеб не ем, но сегодня исключение будет. Хлеб? Ты на посту? Да я хлеб не ем вообще. Отлично, приятный запах. А ты вот тут по ветру стали. Нормально. Там глаза уже стекают. Видишь, аж мужская скупая слеза потекла. Какой хороший запах, прямо так. Помещение нам бы было бы так. Я думаю, да, намного, да. Лёха, ну у тебя дома. Ветром все выдувает. Надо было у тебя дома собрать. Ты же хотел. Я не хотел. Я хотел у Арсена во дворе. Ну, это видно так. Не, во дворе, да. В Таромском. В Таромском, да, так же самое. Это то же самое. Ничего здесь такого не было бы. Ты этот, сильно ее не кромсай, для того, чего? Чтобы положить на бутерброд. Ну, а как маленькими кусочками. Да? А ты думаешь, мне надо большим куском? Думаю, нет. Можно и побольше кусочков. Заехал в Итор, взял себе ботинки. Они закончились. Вот ведь я взял ботинки. Раз вздохнул нормально, два вздохнул нормально, на третий уже чувствуешь, что хреново оно пахнет. Хреново, то нормально оно пахнет. Нюхай. Ты долго живешь в центре просто. Да? И все. В центре вообще дышать начал. И все. Что делаешь в залах? В мечтах. Закрыли? Не открылись? Нет. Зал в мечтах находится, все нормально. На Монтрикасской есть. Ну, на Победе там, в Ебушана. Да, там хуевато. Успокоились. Ну, как бы сказать, когда построится там здание, которое сейчас в данный момент, там будет неплохо. Прям уже построили. И что? И все равно уже так? Там, кого? Ну, дорогу сделали? Там здание уже. Уже сделали? Почисти чуть-чуть. Так я фуры постоянно вываливаю.
вообще вот так открыли прям с нами. А? И сколько нас? А три почти двое в машине. Три, шесть. Двое не едят. Кто двое не уезжает? Ты будешь? Я буду. А кто будет? А, там, да, Саня не будут, да. Они просто смотрят, они наблюдают. Если кому-то будет плохо, отвезем. Четыре уже, да? Да, четыре. Уже исполнилось или нет? Уже исполнилось. Ты попробовал, да? Я не могу. Вкусное? Очень. Говорит, жестоко. Оно острое какое-то или нет? Это уже становится интересно. Островатое такое, как... Это уже становится очень интересно. Именно, как шипит прямо на языке. Как квас. О, квас я люблю. Да, говорили, что там пузырики идут с нее, когда выжуешь. Блин, на всех дыр пузырики идут. Леха, открой ротик. Закрой глаза. Да. А что надо брать, икру или мясо? Подожди. Что там за блювами? Так, пацаны, я не знаю, я сейчас возьму пару. Я хлеб не ем. Ну пиво пью. А это жидкий хлеб, все нормально. Диетолог. Я хлеб не ем. Так, мужики, я сейчас всем накладываю. Леха, себе наложите. Ну ладно, давай, я буду первый. Давай, только кепку разверни, как положено. Уже не первый, Леха. Леха, кепку разверни, чтобы положи было. Не, я же хочу туда просто наложить. Леха, ну, не ложи на дворец, навернемся. Повыше. Не навернись. Леха, кепку разверни, как положено. Подожди, я еще не ем. Фу, блядь. Кепку разверни, забыл. Запах, конечно. Такой себе. Да, по сути, конкретно. Нормально, нормально, Леха. На маленький бери побольше. Блядь. Где с лучком побольше? Да ты без хлеба. Да нет, давай без хлеба. Да идите вы нахрен. Есть она с бутербродом. Да не буду я так пробовать. Да попробуй. Нормально все. А бутербродом закусишь. Кепку разделить. Пробовал? Блять, аж адреналин как подскакивает. Ёб твою, блядь. Как перед отходом, блядь. Что будет, когда он говорит? Что жарко? Блять, жарко. Покраснел, смотри, он задыхаться начал. Давай, жри. Немцы слабаки. Да вообще. Не знаю. Да, они жрут нормально эту тему. Да? Так, блядь. Нихуя себе, Серега, блядь. Так обычно не за селедкой. Ну, чтобы всем. Давай, да, чтобы все. Не, ну. А ну дай корочку попробуй. Они все одинаковые. А я беру там. Сожрет. Леша вообще, что не дай сейчас кусок земли дать. Да нормально. Нормально, немножечко поперчите, можно есть. Вот и вот имбирь, пожалуйста. А тебе что, хреново? А ну. А, вот. Синицын только сейчас выходит. А теперь без хлебушка попробуй. А куда ты прячешься? Я становлюсь перед курткой. Арсена, снимай. Сейчас, подожди. А. Ну все. И без хлебушка можно. Ну. Леха, больше пугал. Ну давай. О! Не, ну чисто ганом дофига. Заплодивший кисляк. Говно, конечно, редко стоит. Не, ну такое. Блин, я не знаю. Ну вот реально в подъезде. Я, блин. Ну, с хлебом я это есть уже не буду. Я не знаю, там видео даже. Да, Владимир Сергеевич.
Да за 100 грамм можно за него херачить. А ты мне всегда в такие моменты звонишь? Так, кроме пива, запить нечего. Ну, ты, пока выезжаешь? Ну, летаю. Я понимаю. На Макдональдс едете, куда еще? Покушу, конечно, будет. Там будете, смотри, пока доедете, мы уже, наверное, освободимся, может. А воды нет, да, никто не брал? Ну, хотя тебя можно дождаться. Ну, в помещении. Да, короче, алло, на причал, скажи водитель, на причал отвези нас на Макдональдс. Закажите его до Макдональдса. А потом, когда будете ехать, скажите, а вы можете завести нас на причал? Мы доплатим, дадите ему 20-ку сверху.